Так, ну вот имеем такой неприятный звук от ремня генератора. Вот, слышно его, да? Значит, он может быть такой, может быть с писком. Значит, ну, может пищать, кстати, периодически. Значит, первая помощь при таком писке. Берем ВД-шку. Вот мы видим ремень там. Вот он генератора. Плоский такой. И слушаем вот. Вот мы раз, прямо на ремень побрызгали. Вот сюда. И все, и писк прекратился. Ну, соответственно, это все на время. Прямо на ремень брызгайте, как первая помощь. Если запищал ремень генератора, вот так вот внутри, раз. И отсюда брызнули. И он вообще стал тихо работать. И так периодически можно на него брызгать. Слышно, да? Тишина. Но самое лучшее средство — это, конечно, купить новый ремень и поставить. Так, после того, как мы сняли ремень гидроусилителя, снимаем воздухан, это на амулете, чтобы подобраться к самому ремню. Затем нам понадобится шестигранник для того, чтобы натяжной ролик, когда мы оттянем, мы могли просунуть и зафиксировать его вот в положении. Вот таким вот образом. Можно одеть ключ на 17. Вот сюда. И потянуть его на себя. И отжать ролик, послабить, чтобы снять ремень. Вот у нас ремень уже ослабился. Запоминаем, как он был. И снимаем его. Так, ну вот все, новый ремень установлен. Можно собирать все в обратном порядке. Значит, новый ремень. Мне удобно было сверху вниз его установить, распределить. Обязательно аккуратно по этим канавкам, чтобы он полностью лег на шкив генератора, на шкив кондиционера и на шкив вала на мотор. Чтобы все были края. Все они лежали, нигде был, не был, не перекошен. Все, вытягиваем шпильку, отпускаем натяжной ролик. Все, ремень готов и собираем.